Здравствуйте, друзья. Это «Вечер на Спасе». Главное на сегодня. И всегда мы провожаем уходящий день вместе с вами. Смотрите сегодня выпуски. Мы молимся и просим Господа, чтобы Он сохранил единство Святой Руси. Церковь празднует День Казанской иконы Божьей Матери. Владимир Путин назвал День народного единства символом сплочения. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево. В Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход. Расскажем о главных событиях этого дня. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Разберемся в образах и смыслах евангельского чтения с отцом Ильей Туренко. Карта епархии. Выйдем на прямую связь с Казанью, где в 1579 году была обретена Казанская икона Богородицы. Мы русские. Новый выпуск авторской рубрики Анжелики Кареткиной о жизни наших соотечественников за рубежом. Новомученик дня, актер театра и кино Юрий Батурин в нашем специальном проекте о духовном подвиге жертв кровавого лихолетия. Мы начинаем наш вечер с главных событий. Сегодня церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери, а Россия – День народного единства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу совершил божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкино. В патриаршем слове по случаю Дня народного единства святейший назвал освобождение Москвы в 1612 году началом возрождения внутренней целостности нашего Отечества. По словам предстоятеля, именно тогда на территории Святой Руси стало формироваться уникальное – цивилизационное пространство, ценностными ориентирами которого были любовь к правде, милосердие, взаимное уважение и добрососедство. Это случилось, потому что освободители были движимы исключительно богоугодными целями и не ставили перед собой ни одной утилитарной или политической задачи. Теперь, спустя 4 с лишним столетия, деструктивные силы на Западе посягают на основы нашей культуры, вина которой, как они считают, в ее традиционности и обращении к фундаментальным качествам человеческой души. Наша великая культура созидалась усилиями множества людей, относящихся к различным этносам, проживавших на разных территориях, но мысливших себя принадлежащими к единой русской традиции. Сегодня, вопреки силам, стремящимся посеять рознь, возрастить плоды ненависти среди наследников Святой Руси, мы должны свидетельствовать едиными устами, единым сердцем не только об общности культуры, духовной традиции, исторической судьбы, но и о единстве веры всех восточнославянских народов, вышедших из единой Днепровской купели крещения в 988 году. Мне памятен день празднования 1020-летия крещения Руси, когда в Киеве на Крещатике тысячи людей возглашали слова преподобного Лаврентия Черниговского: «Украина, Россия, Беларусь, вместе мы, Святая Русь». Это был многотысячный хор людей, которых объединяла единая вера, единое национальное самосознание. Какая была сила проявлена тогда нашим народом? Искренне убежден, что сегодня стремление расколоть единый народ исторической Руси, противопоставить одну его часть другой, посеять ненависть к нашему общему прошлому в умах и сердцах, питается антихристианскими побуждениями, желанием вытравить из человека образ Божий, поработить людей власти греха и порока, сделать исключительно субъектами глобального рынка и потребителями материальных благ. Трагическая ситуация, сложившаяся в настоящее время на Украине, яркое тому подтверждение. И мы скорбим, молимся и надеемся, что Господь преклонит милость свою к народу Украины, а значит и ко всей исторической Руси. Патриарх Кирилл поблагодарил государство и представителей других религиозных конфессий за сотрудничество в вопросах сохранения единства. Свидетельствует, что Русская Православная Церковь обретает верных соработников сегодня среди государственной власти,
среди представителей иных традиционных религий в деле утверждения непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни людей. Наш святой долг – приложить все усилия, чтобы сохранить бесценное сокровище нашей духовной культуры и врачевать любовью раны разделения. Дай Бог, чтобы нашими совместными трудами и впредь благоустроялась жизнь нашей страны, государства, народа нашего, на прочном фундаменте непреходящих духовно-нравственных ценностей, которые мы впитали с молоком матери, от наших предков, от нашей веры, от нашего духовного предания. Именно на этом фундаменте и должна основываться наша национальная жизнь. Обсудим проповедь Святейшего с заместителем председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтангом Кипшидзе. Вахтанг Владимирович, я вас приветствую в нашем эфире. Здравствуйте, с праздником. Здравствуйте, с праздником. Святейший в своей проповеди сказал о вере и духовно-нравственных ценностях как фундаменте национальной жизни. А как вам кажется, в эти непростые времена весомое значение церкви, которым, бесспорно, она обладала и раньше, стало очевиднее для большего числа людей? Вы знаете, я хотел бы вернуться к тому, что даже праздник, который мы сегодня празднуем, не только День Казанской иконы Божией Матери, но и День народного единства, он появился в наших календарях благодаря усилиям Русской Православной Церкви, которые были поддержаны также представителями других традиционных религиозных общин нашей страны. Поэтому я хочу сказать, что Церковь является самым активным, самым принципиальным участником важного процесса духовного преображения нашего общества. Мы считаем, что память о народном единстве и ежедневная, ежечасная забота о его сохранении – это наша общая цель, наша общая задача. Нам, я думаю, не стоит бояться никаких вызовов современности, никаких военных слухов и войн. Нам следует бояться только одного – чтобы мы не стали причиной разделения в нашем обществе, чтобы мы не были фактором разобщения нашего общества. И церковь здесь делает, на мой взгляд, самое главное. Она объединяет людей вокруг тех ценностей, которые издревле склеивали наше общество, не позволяли ему распасться. А если оно и претерпевало какие-то разделения, то силой веры, силой любви их благополучно преодолевало. И именно это событие, событие смутного времени, мы вспоминаем сегодня в этот важный для нас день, в котором объединяется как гражданское единство, так и единство духовное, которое в жизни нашей страны является во многом нераздельными. Вот как раз если смотреть на праздники, которые мы отмечаем сегодня, День народного единства и Казанской иконы Божией Матери, через призму дня сегодняшнего, вот что стоит для себя подчеркнуть и о чем задуматься, на ваш взгляд? Я думаю, что этот праздник, наверное, как никакой другой, или как, может быть, небольшое число праздников, он является актуальным каждый год, потому что общество – это всегда некая совокупность воли и интересов, которая находится под угрозой разделения. Собственно говоря, под угрозой разделения находятся все общности – потому что враг рода человеческого всегда борется против единства. Он хочет выделить человека, поставить эгоизм в центр мироздания, что, несомненно, это мироздание может разрушить и очень часто разрушает. Поэтому, еще раз повторюсь, День народного единства, который подкреплен духовным опытом, почитанием Казанской иконы Божией Матери, он является для нас вызовом и поводом задуматься о том, как мы можем вложить свою силу, свою волю, свою любовь в поддержание народного единства. Народное единство начинается даже не всегда на площадях. Оно начинается в наших собственных семьях, в трудовых коллективах, в коллективах единомышленников и так далее. То есть везде, где люди вместе собираются, где они делают общее дело, это единство является требованием времени. И альтернатива единства – это разобщение. Это разобщение всех, скажем, связывающих звеньев нашего общества, от семьи до трудовых коллективов и общества, государства в целом. Поэтому давайте в этот День народного единства думать о том, что единство начинается с нас самих.
с того, что мы можем делать там, где мы поставлены, где мы обладаем каким-то, какой-то возможностью поступать по своей воле, свободе, являть какой-то компромисс, являть любовь окружающим. С этого начинается единство всего нашего большого многонационального общества, опирающегося во многом на единые для всех нас традиционные ценности. Вот, Антон Андреевич, большое спасибо за эти слова. Еще раз праздником. А мы двигаемся дальше. Саша, тебе слово. Спасибо, Инна. Сегодня во всех храмах совершалась торжественная божественная литургия. На архиерейском богослужении в столичном Высокопетровском монастыре побывал и наш коллега Матвей Горбунов. В 1612 году один из списков Казанской иконы Божьей Матери сопровождал ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Считается, что заступничество Богородицы, явленное через ее образ, привело к добровольной сдаче Кремля поляками, а затем и к полному освобождению Москвы. В память об этих событиях 4 ноября верующие совершают празднование этой чудотворной иконы. В пятницу утром епископ Луховицкий Ефимий возглавил праздничную божественную литургию в Сергиевском храме Высокопетровского монастыря. И несмотря на выходной день, в гражданском календаре желающих помолиться в старейшей обители Москвы было много. Я живу в Московской области, специально езжу в Москву, чтобы ходить в храмы и монастыри. А в монастырях вот особая благодать, особенно когда архиерейская служба бывает. Первый раз тут был при Алексее II, по-моему, где-то в 96-м году, тут действующего монастыря не было еще. Безусловно, очень важный праздник, касается всех россиян нашей страны. И, конечно, не могли в этот день остаться дома. Пришли на праздничную службу с детьми, чтобы они, будучи на каникулах, у них была возможность отстоять всю службу, исповедаться, причаститься. Вот они сейчас готовятся. Сегодня прям особенная служба, потому что очень тонкая, легкая и очень вдумчивая, глядя на людей вокруг, которые молятся, ты понимаешь, что для всех это сейчас важна поддержка. О важности почитания образа рассказал в своей проповеди епископ Луховицкий Ефимий. Владыка подчеркнул, что кража святыни в начале 20 века в Казани ознаменовала крах империи. Однако благодаря молитвам в 2021 году на месте обретения чудотворной иконы в Казани был открыт возрожденный собор Казанской иконы Божьей Матери. Вот это злодеяние, это святотатство стало как бы отражением духовного падения значительной части нашего народа, которое и стало подлинной причиной тех событий, трагических событий нашей истории, которые впоследствии совершились уже в ходе 20-го столетия. После божественной литургии в часовне в честь Казанской иконы Божьей Матери Высокопетровской обители состоялся водосвятный молебен. Не случайно сегодня мы празднуем также День народного единства, потому что вот преодоление тех испытаний, о которых мы сегодня вспоминаем, стало возможным только благодаря духовному сплочению нашего народа под водительством Пресвятой Богородицы, явленным через ее чудотворный казанский образ. Но в основе преодоления этих испытаний была такая вот духовная мобилизация всех русских людей, которые осознали свою ответственность за судьбу Отечества. Немногие знают, что в Высокопетровском монастыре было две казанских иконы Божьей Матери. Первый чудотворный образ появился в обители еще в конце 17 века по указу Петра I, а в 20 веке он был утерян. Вторую икону передали сюда в середине 19-го. По благословению святителя Филарета Московского девица Татьяна Крашенинникова принесла образ в обитель. По преданию, ей явилась сама Пресвятая Богородица и повелела помогать больным, страдающим припадками. Многочисленные исцеления по молитвам перед этой казанской иконой совершались после передачи святыни в монастырь, о чем имеются свидетельства, записанные в свое время монахами. Вскоре этому образу посвятили казанскую часовню при входе в монастырь. Но где она сейчас, мы этого не знаем. Но что интересно, что
уже в новое время, уже в 2000-х годах, был такой меценат, ныне почивший, Евгений Ряпов, очень много как раз вот выкупал буквально святынь, особенно тех, которые он понимал, что они как-то связаны с историей Высокопетровского монастыря. И вот из Америки у какого-то вот коллекционера он выкупил икону казанскую, которая как раз происходила из Высокопетровского монастыря, и принес ее сюда как раз на праздник иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2005 года. Вот такой была замечательная, радостная встреча. Вот потом эту икону отреставрировали, значит, ну, выяснили, что это икона где-то конца 18 века примерно, или там начало 19 века уже была создана. Возможно, это один из списков был как раз вот той самой иконы, которая почиталась здесь в Высокопетровском монастыре. Вот и сейчас эта икона, она находится в покоях настоятеля, туда приходят, когда многие гости к нашему владыке, вот они могут как бы увидеть, почтить эту икону тоже. Вспоминать подобные события особенно важно, как отмечает наместник монастыря владыка Ефимий, за 4 столетия ничего не поменялось. Как и тогда, люди объединяются вокруг одной общей угрозы. А смотря на казанский образ, чувствуется особая любовь Божьей Матери к России. Богородица остается заступницей православия и российской государственности. Россия подвергается нападкам, в первую очередь, как оплот православия. Вот это надо осознавать. Может быть, не в полной мере это осознают все наши сограждане. Кто-то считает, что вера – это сугубо частное дело каждого человека. Но, да, с одной стороны, это действительно так. Но только через объединение духовных сил народ может противостоять вот вызовам той силы, которые неоднократно в истории нашего Отечества бывали и ныне вновь повторяются. Матвей Горбунов, Андрей Андреевский, Сергей Каменский, телеканал «Спас». Российская авиация уничтожила заводы по производству ракетных двигателей и снарядов в Павлограде и Харькове. На них, в частности, производили реактивные снаряды к системам залпового огня, уточнили в Минобороны. В военном ведомстве сообщили также о боевых действиях на различных участках фронта. Под Купинском артиллерия и армейская авиация сорвали попытку серьезного прорыва противника, отбросив украинские подразделения на исходные рубежи. Уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ. Также поражены 5 пунктов управления войсками, 90 артиллерийских подразделений, 4 склада боеприпасов и военная техника почти на 200 участках фронта. Президент России в пятницу отметил, количество мобилизованных граждан России существенно превысило запланированные 300 тысяч человек. И все это благодаря добровольцам. До 300 тысяч мобилизованных у нас 300, уже 18 тысяч. Да. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев, оно не сокращается. Ну так вот, из них 50 тысяч, 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. Но все-таки это очень большое количество людей, и семьи, там, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно, государство делает все для того, чтобы их поддержать. Общаясь с представителями молодежных организаций, глава государства коснулся и сложной ситуации на Херсонском направлении специальной операции. По его мнению, сейчас приоритетной задачей для властей там является безопасность мирных жителей. Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий боевых, потому что гражданское население должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, там, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Поэтому такие вот ребята, как вы, делают все для того, чтобы людей вывести в безопасную зону, и это очень правильно.
Президент России в День народного единства подписал ряд важных документов. В частности, компенсация советских вкладов приостановлена до 1 января 2026 года. Законы, предусматривающие перевод этих вкладов в целевые долговые обязательства, до сих пор не приняты. Из-за их отсутствия подобная компенсация с 2003 года ежегодно приостанавливается. Также Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать по мобилизации граждан с неснятой судимостью. Исключение составят осужденные по некоторым тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе за экстремизм. Отдельным указом разрешена альтернативная служба в период мобилизации. Также россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, отныне получили статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться все положенные социальные гарантии и выплаты. Владимир Путин во время встречи с историками и представителями основных религиозных конфессий России отметил важность объективного и полного знания истории своей страны, включая ее сложные и противоречивые периоды. По мнению президента, намеренно извращенное отношение к историческим фактам, вольное обращение с ними, коверкает сознание людей, размывает ценности и подтачивает жизненную опору. Не случайно, если кто-то хочет лишить государства суверенитета, начинает именно с перелицовки истории, чтобы заставить граждан забыть о своих корнях и обречь на беспамятство. Такие подходы приводят к трагедии народа. Именно это произошло с Украиной. Неприкрытое вмешательство западных стран в ее внутренние дела превратилась в насилие сознания миллионов людей. Внедрение в него таких псевдоценностей, которые породили чувство ненависти к другим и лишили народ подлинной истории. На встрече с президентом России присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший предложил изучать историю церкви без отрыва от истории страны. Далее в программе. Карты епархии. Выйдем на прямую связь с Казанью и узнаем, как там отметили праздник Казанской иконы Божьей Матери. Мы русские. Новый выпуск авторской рубрики Анжелики Кареткиной о жизни наших соотечественников за рубежом. Оставайтесь с нами. Каждый день мы боремся с болезнью. Мечтаем о будущем. Мы станем великими, но сейчас нам нужно где-то жить. Добрый дом – это социальная гостиница для онкобольных детей. Благодаря вашей помощи сотни родителей могут сосредоточиться на главном – здоровье детей. Им очень нужна ваша помощь и поддержка. Отправьте СМС на номер 3434 со словом «Дом 300» или сделайте пожертвование на сайте dodifizdom.ru. Физики. Это задачи, на которые, классический компьютер тратил бы миллиарды лет. И клирики. Почему наука и религия чрезвычайно тесно связаны? Наука. Идея о том, что есть силы, управляющие балансом и гармонией мира, прошла сквозь меня. И вера. Действительно ли наука – это инструмент познания Бога? Вместе или друг против друга? То ни во времена Коперника, ни во времена Галилея не было доказательств. Наука и Бог. Физика, она сегодня нам открывает реальность. Физики и клирики. Еще Война Синецкий говорил, что вообще-то думаем мы сердцем. Физики и клирики. По субботам на Спасе. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное» – события недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш мичман, незабвенный криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу.
Ведь она никогда не оставляла меня. Правда, поняла я это, лишь пережив многие бури и напасти. Иногда я спрашиваю себя, почему мне удалось выжить? Как я спаслась тогда маленькой девочкой, едва не утонув на пляже в гидропарке? Как пережила лихие 90-е, когда многие мои одногруппники погибли в перестрелках или от наркотиков? Как не умерла во время сложных родов? О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И даже если наступают тяжелые испытания, я вижу только одни следы на песке. Следы Бога, который несет меня. Это «Вечер на Спасе», мы продолжаем. Вещи, письма, лекарства, иконы – все это привозят к нам в редакцию телезрители «Спаса» для передачи в зону специальной военной операции. А на средства, которые присылают со всей страны, мы помогаем фронту. Бойцы из Еленовки благодарят нас за 2 тепловизионных прицела, монокуляр и палатку, укомплектованную всем необходимым. Также в пути к ним дизельный генератор, который незаменим в полевых условиях. Брянские пограничники попросили передать спасибо за тепловизор, глушители на автоматы и броню. Они облегчают выполнение поставленных задач. А добровольцам из «Орла», воюющим на Херсонском направлении, мы передали коптеры, приборы ночного видения, рации, зарядные устройства и аккумуляторы. Наше подразделение получило такую гуманитарную помощь. Квадрокоптеры, прицелы, магазины объемные, прицелы на АК-74, рации, ночной прицел, то, что нужно, квадрокоптеры, которые нам очень будут сильно помогать. И мы очень благодарим зрителей телеканала «Спас». Спасибо всем, кто жертвует средства для помощи фронту, мирным жителям и пострадавшим храмам Донбасса. Узнать, какая еще нужна поддержка, можно в телеграм-каналах «Спаса» и генерального директора нашего телеканала Бориса Корчевникова. Но мы переходим к другим темам. Саша, тебе слово. Спасибо, Инна. Польша строит ограждение на границе с Россией и сносит памятники советским солдатам. Жители зарубежных стран выражают поддержку специальной военной операции на Украине. Пришло время авторской рубрики Анжелики Кареткиной «Мы русские». «Мы русские, с нами Бог», так говорил наш великий полководец Александр Васильевич Суворов. Каждую пятницу напоминаем эти слова нашим соотечественникам за рубежом, всем, кто любит Россию. Поговорим сегодня о Польше, но не в контексте сегодняшнего праздника. Республика начала строительство временного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны страны. Он объяснил это тем, что Калининград стал открытым для рейсов из стран Ближнего Востока и Африки. Впрочем, читается в этом совершенно иной посыл. Похоже на проявление страха, такое же, как и уничтожение памятников советским воинам. Кстати, на прошлой неделе в Польше одновременно снесли 4 монумента. Они были установлены в честь погибших при освобождении этой страны от фашистов. Напомним, в боях за освобождение Польши от гитлеровской Германии свои жизни отдали более 600 тысяч красноармейцев. Кроме того, тех, кто не согласен со сносом, преследует полиция. Так, неизвестный установил на бывшем пьедестале памятника советским воинам табличку с благодарностью бойцам Красной Армии. По этому факту уже заведено дело. Обсудим это с журналистом Артемом Дубским. Артем Дубский, белорусский блогер, в настоящий момент живет в Варшаве. Польская прокуратура завела против него уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителей украинской нации». Артем, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Здравствуйте. Рад вас видеть и слышать. Артем, хотел бы начать со стены. Это все-таки такой запрос уже польского общества или это действительно боязнь беженцев? Сейчас они новый тренд себе выдумали, который называется «плохое русское». Хотя то же самое русское, которое стало плохим, оно еще год назад не было таким плохим. И, соответственно, уже денег нету на стабильные стены, на бетон, на металл. Они хотя бы с колючей проволоки возводят. Вот ответ на ваш вопрос. Запрос, если и есть, то в головах, наверное, только чиновников. Простым людям немножко другие запросы душу тревожат. Как бы эту зиму пережить? Чтобы тепленько, чтобы сытенько.
Вот то есть с русофобией это уже не имеет ничего общего? Скорее нет, но вы поймите правильно. Когда говорю поляки, я имею в виду простых людей. Когда говорю польское правительство, я имею в виду правительство. Так вот это нужно второй категории, правительству. Простым полякам это абсолютно не сдалось. Насаждается, опять-таки вернусь к русофобии, насаждается все-таки вот той категории, которую вы называете правительство? Да, безусловно. Понимаете, тут такая история. Когда в марте текущего года после событий на Украине люди начали массово из Украины сюда мигрировать, первый месяц я сам был в шоке, в легком шоке от того, насколько поляки, простые люди, открыли свое сердце, душу и были, скажем так, готовы помогать. Через месяц эта эйфория пропала и включилось то самое представительство польского правительства. И до сих пор она эту лямку тянет. Артем, по поводу украинских беженцев, вот судя по польской прессе, получается, что вот эта любовь, она уже куда-то ушла, о которой вы говорите. Я вам просто маленький, коротенький пример, если позволите, приведу. Про, скажем так, правительственных СМИ каждый день дают новости о том, что, например, украинец кого-то зарезал, украинец кого-то изнасиловал, украинец кого-то обокрал. То есть вы представляете, насколько их должно было это достать, подчеркну, правительственные СМИ, чтобы они уже, а, не замалчивали, б, давали это практически каждодневно. То есть настолько все здесь плохо. За что поляки вас сейчас преследуют? Только, пожалуйста, очень вас прошу, не смейтесь. Я вам в двух словах расскажу, за что. 9 мая текущего года памятник, где более 20 тысяч погибших советских воинов, в том числе и украинцы, в центре Варшавы, протестная акция украинцев и посол Российской Федерации Сергей Андреев. Его обливает краской, я появляюсь в том месте через 15 минут, просто так совпало. Мы в компании двух моих товарищей из Беларуси втроем несем три скромные газички, подходя к мемориалу, видим такую картину. Значит, на стеле на ступеньках танцуют граждане Украины в силиконовых масках свиней, в шлемофонах, в комбинезонах танкистов имитируя. И, значит, плакаты, вот эта вся история, весь этот трэш и перформанс, все это замиксовалось, куча агрессии, настолько были агрессивны вся эта толпа, что мы, положив водички, вынуждены были защищаться перцовым газом. Была полиция нас не защищала, просто помогла отойти в сторону, сказала, убегайте, потому что вы видите, кто здесь руководит процессом. После этого, по истечении какого-то времени, мне присудили 15 суток за осуществление административного ареста, за осуществление моей журналистской деятельности, за съемку в положенном месте, в разрешенное время, без всяких запретов. Я и ход был недавно, вот с 4 по 19 октября текущего года. И в процессе отбытия этого административного наказания меня торжественно посадили в автозак и вывезли прокурору на предъявление обвинения уже по этой статье, о которой я вам рассказываю, по которой мне реально грозит на срок до 3 лет. По сути, у тебя есть выбор какой? Либо хвалить украинцев, либо сидеть молчать в тряпочку. Просто то, что рассказываете, кажется чем-то фантастичным. Но я, кстати, помню, эту акцию, я помню, что там кто-то даже пытался принести цветы, и было такое сопротивление со стороны вот всей этой проукраинской публики. Но вы там присутствуете, вы, наверное, помните. Да, да, вы, безусловно, правы. Я вам больше скажу, что самое интересное, яркое, дипломат, который Сергей Андреев, да, посол, то есть это не какой-то там пресс-атташе, это посол, то есть выше него уже, в принципе, нету представительства в Республике Польша. Ему отказали в традиционном ежегодном возложении венков 9 мая с такой формулировкой: полиция, мы не в состоянии обеспечить вам безопасность. Перевожу на русский. Мы не будем вас защищать от граждан Украины. При всем при этом ему не согласовали легальное там появление. Он приехал как частное лицо, за что, собственно, его и облили красным сиропом, искусственной кровью, вот эта вся история. Что самое интересное, лицемерие в чем заключается? Украинцам согласовали акцию, у них там была звукоусиливающаяся аппаратура, было несколько сотен людей, было отдельное боевое крыло, которое, собственно, провоцировало, и было огромное количество знакомых лиц, которых можно определить одним словом «леваки», то есть люди, которые борются за ЛГБТ, вот за всю эту историю, которая здесь крайне популярна, да? И они, в принципе, им все равно, на каком митинге присутствовать, им главное, чтобы им заплатили там свои 50 евро в день, и они счастливы до безумия. Все-таки еще хочу уточнить, вот на бытовом уровне есть русофобия, или ее стало меньше, или ее вообще уже нет? Смотрите, по поводу русофобии. У меня есть очень хороший мой товарищ, он из Владивостока, уже более 10 лет здесь проживает, в Польше, работает в достаточно крупной международной корпорации. История такая, что его недавно избили, когда он паре, общалась на английском языке, значит, с девушкой, которая была из Украины. Как только он узнал, что он из России, она куда-то отошла, вернулась с тремя поляками и его избили. Он, конечно, не пошел в полицию, полиция приехала, вызвали присутствующие люди, но дело не завели. Вот ответ на ваш вопрос, есть ли русофобия. Она, безусловно, есть, просто хуже белорусского паспорта сейчас лишь паспорт гражданина Российской Федерации. К сожалению, вот такая правда жизни. Спасибо. Спасибо за это включение. Пожалуйста. А мы продолжаем.
День народного единства. В условиях продолжающейся специальной военной операции этот праздник приобретает особое значение. И мы видим, что все больше наших соотечественников в разных странах поддерживают бойцов вооруженных сил России. Например, в Израиле записали обращение со словами поддержки. Давайте посмотрим. Мы, израильтяне, к сожалению, очень хорошо знаем, что такое война. Дай Бог, чтобы все вы скоро вернулись домой с победой. Низкий поклон. Большое спасибо вам за вашу борьбу. Молюсь за вас с самого начала этой жестокой войны с 2014 года. Вы даже не представляете, сколько добрых людей со всей планеты шлют вам свои сердца. Мы с вами сердцем, душой. И мы надеемся, что вы очистите наш мир. Держитесь, ребята. Вы делаете историю страны, вы делаете будущее этого мира. Русский мир – это не только Россия. И за вами стоит весь русский мир. Я сам с Донецка. И поэтому мы вас как бы всегда поддерживали, всегда болели за вас. Вы для нас продолжатели дела той армии, которая перекусила горло Гитлеру в 1945 году. Я внучка офицеров-десантников, расписавшихся на Рейхстаге. Еврейка, израильтянка. Буду молиться за вас, ребята, как сестра. Вы для нас родные. Ваше дело, наше дело. Работаем, братья. Одна из участниц этого обращения – наша соотечественница Надежда Абрамович. Она сейчас с нами на связи. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Надежда, спасибо вам еще за это обращение. Оно такое очень трогательное и очень нужное сейчас. А как возникла эта идея? Ну, это не, скажем так, идея. Идея эта возникла еще с начала спецоперации. И я сразу начала ездить в Иерусалим. От нас это примерно где-то больше часа ехать. Мы живем в центре. И как-то вот, знаете, поддержку России стала ездить в Иерусалим, в храм. Вот. Потом в Одноклассниках у меня группа большая. Там стали обращаться люди с записочками за воинов. Вот. И так я поехала в Александровское подворье. И там договорилась с монахиней, которая будет читать все эти записочки за наших воинов. И вот все присылают имена. Я вот отвожу в Александровское наше подворье. Надежда, мы знаем, что сейчас все-таки есть русофобия, и в Израиле в том числе. Вот градус этой русофобии, он уже пониже, чем был в начале спецоперации? Да. Да, сейчас намного ниже. Первое время было просто ужасно. Но сейчас нет. Сейчас как-то стало меньше. Конечно, есть эти люди, которые там устраивают здесь всякие митинги свои непонятные, с фотографиями Донбасса детей, а представляют это как детей Киева. Вот. Мы как-то с этим вот стараемся... Боремся. Нет, сейчас меньше, меньше. А вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Это неравнодушные граждане? Да, это граждане собрались в такой вот антинацистский фронт. Есть у нас организаторы, которые организовали, вот нас собрали всех. И вот мы стали как бы тоже выходить на свои митинги в поддержку России, российских солдат. Делали митинг посольства России в поддержку. Вот. Стараемся поддерживать. Мы очень переживаем. Мы очень переживаем. Очень душа болит. Надежда, вы присылали видеозапись, где молодой человек ходит с портретом нашего президента. Вот, конечно, хочется сделать выводы, что все больше становится таких пророссийских граждан в Израиле. Расскажите об этом, так ли это? У нас много ребят, именно евреев, верующих, которые доносят эту правду, доносят, как оно есть. На самом деле у нас есть рабы, которые поддерживают Россию. Как скажем, они объясняют, они понимают, что такое, что там происходит на самом деле. Даже на митинги к нам приходил раб. Вот. Меняется
очень меняется. Спасибо, Надежда, спасибо большое, спасибо за ваши молитвы. Спасибо вам. Я хотела бы сказать, воспользоваться моментом. Можно вот обратиться ко всем вот матерям, жу, пусть пишут, и я все записки буду отвозить и возить для Александровского подворья. И будут молиться за наших ребят. И я молюсь всегда. Надежда, спасибо вам большое. Это была рубрика «Мы русские». Увидимся с вами ровно через неделю. Накануне Дня народного единства состоялся телемост между школьниками Хабаровска и Луганска. Доброе утро, Луганск! Здравствуйте, Владимир Михайлович, участники телемоста. В Хабаровске 17:00 по местному времени. Мы все дружно приветствуем вас со стороны города Хабаровска, с другой стороны нашей необъятной родины. Мы горячо приветствуем всех дальневосточников. Встреча прошла по инициативе региональных управлений Росгвардии при поддержке командования Восточным округом. Организаторы телемоста рассказали, им хотелось, чтобы дети из новых субъектов России познакомились со своими сверстниками и смогли продолжить общение в неформальной обстановке. В мероприятии приняли участие ученики подшефных классов Росгвардии, юнармейцы, представители общественной организации «Молодая гвардия» и Всероссийского военно-патриотического движения «Гвардейская смена». Владислав Финагин из Хабаровского военно морского лицея рассказал, что он и его друзья дали клятву вести здоровый образ жизни, стремиться к успехам в учебе и готовить себя к службе Отечеству. Для этого лицеисты проходят дополнительную подготовку с подразделениями морского отряда Росгвардии. В свою очередь, ребята из Луганска рассказали о патриотической деятельности, которой они занимаются в составе недавно созданной общественной организации «Молодая гвардия». Второклассник из Хабаровска Артем Мануилов подготовил для участников телемоста стихотворение на военную тему и рассказал, чем он помогает солдатам, которые сегодня защищают Родину. Солдаты, они дерутся, но они воюют за нас, чтобы мы жили под мирным небом. Они вот для этого всегда воюют. А я их взбадриваю своими стихами, песнями. Вот всем этим я их бодрю, чтобы у них был настрой боевой, чтобы они легко, прям с радостью били врага. В Москве продолжается 19-й международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». 3 ноября в рамках кинофорума состоялась премьера документального фильма «Святитель», который повествует о жизни патриарха Московского и всея Руси Гермогена. Почему эта картина обязательна к просмотру? Узнаем из репортажа Ксении Аксеновой. Гермоген уговаривал стоять за православную веру и сообщить о своей решимости в городах. Неужели Польша могла стать таким страшным врагом и даже подчинить себе Москву? 80-летнему старцу предстояло в одиночку бросить вызов целому государству. В этом сезоне участники фестиваля представляют свои работы в одном из самых популярных кинотеатров столицы, где только что состоялась всероссийская премьера документального фильма «Святитель». Показ приурочен ко Дню народного единства и к празднику Казанской иконы Божьей Матери. Кинокартина рассказывает об одной из самых ярких фигур смутного времени – священномученике Гермогене. Именно он стал вдохновителем ополчения Минина и Пожарского, освободивших Москву от польских захватчиков. Поляки убеждали патриарха встать на их сторону, призвать войско отойти от Москвы. Однако Гермоген остался тверд и пожертвовал собой ради спасения страны. Фильм прям вот невероятно актуален, потому что история патриарха Гермогена, она местами, смотришь фильм, и кажется, что про наше время рассказывают. Настолько точно выстраиваются параллели, потому что история смутного времени – это история про то, как Россия оказалась, так сказать, в окружении врагов. И было очень много даже такой же риторики, как та, что сейчас произносится. И, в общем, русский народ, российский народ стал перед выбором, сможет ли он выстоять и возродиться, потому что страны практически не существовало. И что станет стержнем для этого? И в данном случае патриарх Гермоген – это и есть вот тот стержень, что ли, русской культуры, русского народа, которая стояла на его патриотизме и вере.
Для режиссера Алексея Барыкина «Светитель» стал третьим документальным проектом. Несмотря на то, что фильмы рассказывают о разных исторических событиях, все они посвящены Казанской иконе Богородицы. Именно святитель Гермоген, будучи еще простым священником, в 1579 году обрел икону Божией Матери, которую весь мир стал называть Казанской. Патриарх Гермоген, ведь это человек, который был практически свидетелем обретения Казанской иконы Божией Матери. И это как раз, когда она была найдена, он был тем, кто с большим крестным ходом прошел с этой иконой. И он описал ее чудеса в будущем, написал о ней книгу. Поэтому история патриарха Гермогена очень связана и с Казанской иконой тоже. Исполнителями главных ролей картины стали Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов. На премьере в кинотеатре не было свободных мест. Зрители тепло приветствовали участников съемочной группы, а перед началом фильма Екатерина Гусева вместе с залом в канун праздника пропела молитву Пресвятой Богородице. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Я благодарна очень Алексею Барыкину за этот проект, за то, что он позвал меня, пригласил в него и дал возможность тоже прикоснуться к нашей истории, к истории православия. И самой узнать много тех моментов, которых я раньше, может быть, даже и не подозревала. Наш фильм «Свидетель» настолько нам всем сейчас нужен, чтобы понять настоящее, заглянуть в будущее, необходимо знать и помнить прошлое. В основу сценария фильма легли как материалы, взятые из богословской литературы, так и исторические факты. Эта лента повествует о вере и крепости духа русского народа и тем самым становится особенно актуальной в настоящее время. На самом деле очень понравился, потому что действительно исторически правильно освещенный. И это, наверное, будет очень интересно нашим зрителям и вообще гражданам России, особенно в такое время, когда нужно поднимать патриотизм. И я думаю, что святитель патриарх Гермоген, он является тем патриотом, который действительно был и духовным лидером России, и также был и лидером государственным. Мне кажется, сейчас очень важно смотреть такие фильмы, особенно молодежи. Это очень хорошо просвещает нынешнюю молодежь и дает некие исторические знания, возможно, которые были плохо получены на уроках истории. Поэтому очень важно смотреть такие фильмы. Фильм помогает зрителю испытать те чувства, которые настигали человека в эпоху патриарха Гермогена. Но как сотни лет назад, так и сейчас русский народ в трудные времена всегда находит опору в вере. Ксения Аксенова, Владимир Роченков, Денис Калантай, телеканал «Спас». День Казанской иконы Божией Матери всегда особо отмечают в Казани. Ведь обретение святыни в 1579 году произошло именно там. Как сегодня прошли торжества по случаю праздника, узнаем прямо сейчас. И для этого перенесемся в столицу Татарстана. С нами выходит заместитель председателя миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Данилов. Отец Александр, я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте, с праздником. Взаимно, с праздником, здравствуйте. Расскажите, как же Казань отметила свой престольный праздник? Удивительно. На самом деле, вот крестный ход для многих людей – это нечто обыденное. Да? Ну, сложно православного удивить крестным ходом. Однако же в Казани, несмотря на погоду, несмотря на температуру, было огромное число паломников, и крестный ход был на удивление массовым. То есть люди, видимо, осознавая нужду в Боге в это время, осознавая, что в первую очередь стоит надеяться на Бога, они крестным ходом двинулись к кафедральному собору, и там практически все, кто участвовал в крестном ходе, участвовали в литургии и причастились. И это
На словах сложно передать. Когда ты видишь огромное число паломников, которые двигаются к литургии вместе с почитаемой иконой, которые жаждут причастия, которые жаждут вместе молиться, не просто пришли приложиться к иконе с каким-то своим желанием, они тянутся к Христу, они тянутся к церкви, они просят Богородицы о молитвенном заступничестве. Когда ты сам окружен этим, ты воспринимаешь это как торжество православия. Александр, в таком случае вы с каким посылом сегодня обращались к пастве в проповеди? Я говорил людям о том, что настоящее единство возможно только в церкви, только вокруг Христа. Вспомните, сколько было различных империй, государств, сколько наша русская православная церковь пережила. И при этом я убежден, что сколько не собирая людей с помощью светской власти, это хорошо, может быть, это на десятилетие или столетие, но настоящее подлинное единство мы видим сегодня на том же крестном ходе, на литургии, когда огромное число людей разной национальности, разного возраста, разного социального положения вместе идут славить Христа и Его Пречистую Матерь. На мой взгляд, это и есть то самое единство во Христе, которое мы сегодня празднуем. Настоящее народное единство. Но мы постараемся не забывать об основе этого единства. Отец Александр, я вас благодарю, что вышли с нами на прямую связь. Спасибо большое. Еще раз с праздником. С праздником. Но мы двигаемся дальше. Саша, тебе слово. Дайн, мы продолжаем праздновать День Казанской иконы Божией Матери. Духовный подвиг патриарха Гермогена и покаяние русского народа. Какие еще события предшествовали появлению праздника? Об этом расскажет Игорь Петровский в рубрике «Праздник дня». Лето 1612 года сулило быть последним летом государства российского. То, что творилось в стране, страшно себе даже представить. Это был лютейший год, лютейшей борьбы за власть среди элит и абсолютной разобщенности народа. Страну раздирали какие-то партии, какие-то семейные кланы, политические группировки, бандформирования. Армия была разбита, а органы правопорядка разбежались. По дорогам тут и там невозможно было просто проехать, всюду был грабеж. В лесах засели бандиты. И, естественно, все это привело к захвату иностранными армиями наших земель и самой столицы нашей. История России неминуемо подходила к своему финалу. Оставалась последняя формальность – признание новой власти со стороны святейшего патриарха Гермогена. Но вот тут оккупанты просчитались. Ни обещания всяческих благ, ни лесть, ни угрозы, ни даже томления в страшном тюремном подвале не сломили всероссийского патриарха. Святитель не признал оккупантов и отверг все предложения подписать благословенные грамоты в адрес иноземного ставленника. Более того, вот из этого темного подвала, где он томился, он начал рассылать письма к народу русскому, поднимая его на борьбу, призывая твердо держаться интересов своего государства и своей веры. И голос первосвятителя услышала земля русская. Гражданин Минин и князь Пожарский стали собирать ополчение. Огромное количество простых людей брались за оружие и записывались в добровольцы. С Дона прибыли бравые казачьи дружины и даже продажная элита. Поняв, что им наступает неминуемый конец, потому что у оккупантов есть своя элита, стала выделять деньги на вооружение всероссийского сопротивления. Но вот для того, чтобы под стенами Кремля встала не просто очередная армия, а совершенно иной народ, требовалось покаяние. Требовалось переосмысление всего того бардака, всей той разрухи, что происходило не только в стране, но и в головах. И вот тогда ополченцы принесли вот это покаяние перед одной из самых чтимых икон Матери Божией, именуемой Казанской. Ее же памяти совершаем сегодня, 4 ноября. С Казанской иконой, как с новым русским знаменем, войска выбили неприятеля из столицы и прогнали его прочь за пределы страны. С тех пор в память об этом событии и установили особый день чествования Казанской иконы, который вот в наши дни уже вырос
в общенациональный такой праздник народного единства. Молитвами Пречистой Богородицы укрепи нас, Боже. Далее этим вечером на Спасе. Новомученик дня. Актер театра и кино Юрий Батурин в нашем специальном проекте о духовном подвиге жертв кровавого лихолетия. Оставайтесь с нами. Игорь Петровский. Тест на правду. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте spastv.ru. Мы увидели нашу страну. Мы были там, где бьется сердце России. Мы молились. Искали, любили, плакали и смеялись тоже. Мы увидели подлинную, сокровенную Россию. Мы открыли ее вместе с вами. Приветствуем тебя, вольный, стольный господин Псков. Мы в Тверской области. Ленинградской области. Во Владимирской области. В Нижегородской области. Мы в Санкт-Петербурге. В Великом Новгороде. Мы в Костроме. Вологда. Карелия. Мы в Калуге. В Москве. В Сергиевом Посаде. Привет, Ярославль. Мы приехали. Святыни России. Спас. Подпишись на главное. Русский народ есть особенный народ в целом свете, который отличается догадкой, умом, силой. Я знаю это по 20-летнему опыту. Бог дал русским особые свойства. Верю, взойдет звезда Востока, откуда должен воссиять свет, ибо там, в России, больше, чем где-нибудь хранится под пеплом духа, мощи и силы. Вера. А какое счастье ходить всей семьей на службу. Надежда. Что Господь, вот Он рядом. Терпение. Слово не значит ничего, а значит только как оно рождается. Прощение. Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь. А о чем еще писать-то поэтам? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна». Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровения известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге «Парсуна» ищите на нашем сайте spastv.ru. Только 30 ступеней, чтобы стать человеком. Для того, чтобы говорить на одном языке с Богом, мы должны свое сердце очистить. «Лествица» или «Лестница». Великая книга святого Иоанна Лествичника. Он был игуменом монастыря на Синае. Там он и оставил монахам и всему миру эту книгу. 30 глав, 30 ступеней. В ней все о грехе и о борьбе с ним. Помни час смертный и вовек не согрешишь.
Это «Вечер на Спасе», мы продолжаем. Каждый день мы рассказываем о том, как церковь помогает беженцам и жителям пострадавших территорий в зоне украинского конфликта. Что удалось сделать за последние дни, узнаем от пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василия Рулинского. Здравствуйте, меня зовут Василий Рулинский, и это рубрика «Церковь помогает». Здесь мы говорим о добрых делах людей церкви и о том, как к этим делам можно присоединиться. Он первым встретил сестер милосердия, которые приехали в богадельню в Мариуполе. Выбежал навстречу, залез в машину скорой помощи, все там изучил, забрался на руки к сестрам и замурчал. Бездомный маленький котенок с седой шерсткой. Не только люди рано седеют от перенесенных испытаний. Животные тоже. Сестры кормили его, а когда была свободная минутка, играли с ним. Сестры – это наши православные добровольцы. Богадельни они называют дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью. Сюда и в больницу интенсивного лечения Мариуполя добровольцы ездят вахтами на 7 дней, ухаживают за больными и ранеными, кормят, меняют подгузники, делают перевязки. С апреля в зону конфликта выезжали уже 180 добровольцев. Сейчас в Мариуполь приехала 30-я смена. Добровольцы едут из Москвы, а в обратном направлении, в Москву, мы забираем раненых и тяжелобольных. За эти месяцы церковь перевезла на лечение из зоны конфликта уже больше 90 человек. На скорой помощи, со спецсигналами и, конечно, абсолютно бесплатно. Мы госпитализируем тех, кому требуется серьезное лечение. Многие из них получили тяжелые травмы, остались без руки или без ноги. Нужны протезы. И недавно в Москве появилось еще одно место, где такую помощь будут оказывать. Епископ Пантелеймон осветил здание усадьбы Патрикеевых, которое передали церкви власти Московской области. Во время Первой мировой войны здесь работал госпиталь для раненых, а сейчас это новый филиал церковной больницы святителя Алексия. После ремонта помещения там будут протезировать ноги и руки. Всего церковь разместила в 58 своих учреждениях беженцев и пострадавших мирных жителей. Еще одна точка добавилась на карте среди таких учреждений. Это Касперовский монастырь. Вот сейчас он появится на карте. Он недалеко от Донецка, в городе Макеевка. Туда приняли насельников другого монастыря из-под Волновахи. Одним из таких мест стал церковный приют «Покров» под Воронежем. Там сейчас живет больше 80 беженцев. И на связи с нами директор приюта Наталья Алексеенкова. Наталья Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. У вас сейчас, наверное, самый большой по количеству размещенных людей приют церковный. Больше 80 человек, но я знаю, что даже больше было какое-то время назад. Как вы им помогаете? Это на самом деле очень сложно представить, чтобы в одном месте взять на себя ответственность за такое большое число людей. Как вам удается им помочь? У нас был опыт в 2014 году. Мы также помогали беженцам с Донбасса. Поэтому мы очень быстро включились в работу. И уже 21 числа у нас было 70 человек. Из Донецка и из Луганска. 21 числа, это февраля вы имеете в виду? Или... Февраля, да. Ну, люди, конечно, в тяжелом состоянии, в стрессовом приезжали. Тяжело было смотреть на деток. Но детки очень быстро отогрелись. То есть у нас они в приют в работу включились. У нас много для детей разных творческих направлений. И как бы детки очень быстро адаптировались, социализировались и начали заниматься с воспитателями, с нянями, с педагогами. Наталья Юрьевна, вы какой-то маршрут дальнейшей жизни старайтесь простроить для человека, куда ему дальше идти, какие-то варианты предлагаете, как-то помогаете им дальше устроиться в Воронежской области или, может быть, в других областях. Расскажите какие-то истории тех людей, кому удалось помочь, кто как-то устроился на постоянное жительство здесь, в России, или как-то, может быть, не в самой Воронежской области, а в другой регион уехал. Да, конечно. У нас очень много... У нас вообще прошло за все время 189 человек, именно беженцев. И, значит, многие из них устроились в Воронеже, остались, потому что там им, ну, некуда было возвращаться уже. И поэтому большая часть людей решила то, что ждать, как бы, пока они домой вернутся, ну, незачем. И поэтому тут остались. Например, учительница у нас.
Мы ее устроили в сельскую школу благодаря нашей администрации Новоусманской, которая предложила практически сразу, потому что в сельских школах всегда не хватает учителей. И поэтому даже и предоставили ей жилье. Ну, и ей детка. Значит, потом у нас врач была. Врача тоже, конечно, сразу взяли. Ну, потому что у нас врачей-то не хватает тоже. Особенно у нее квалификация была, она и была именно врач. Сразу взяли нянь в садик. Мама с тремя детьми. Она сразу первое, что сделала, спросила, когда приехала к нам, говорит, а вам, говорит, няни не нужны? Я, говорит, няня, говорит, работала. Мы ее, конечно, взяли. Она у нас работает. Вообще, все, кто хотят вот именно оставаться в Воронежской области или, может быть, в других областях, для них есть на самом деле все возможности. Потому что очень много в церковных организациях работают, да, люди, которые готовы помогать, готовы оказывать помощь и готовы брать даже к себе на работу. Наталья Юрьевна, вы активно помогали в 2014-2016 годах, когда все эти события военные уже начались на Донбассе, и многие беженцы приехали на территорию России, размещались в церковных учреждениях. Если сравнивать ту ситуацию и сегодняшнюю ситуацию, в чем отличие и в чем нуждаются люди сейчас, какие есть особенности той помощи, которую вы оказываете? Конечно, сейчас, ну вот для меня это легче. Я думаю, что и для всей нашей команды это, наверное, легче. В 2014 году не было механизма у государства, да, который они могли оказать помощь. Многие не понимали, что делать и как делать. А вот 2022 год — это уже четко слаженная система. И у нас, и у государства, поэтому тесное сотрудничество дало очень большой эффект плодотворной работы и помощи людям. То есть люди, которые приехали, они сразу ощутили, вот немногие говорили, девочки, да, которые здесь с детками, особенно детки, говорят, у вас как дома. И у нас действительно приют — это такое место, оно как дом, домашнее такое окружение. То есть, и мы стараемся еще и компенсировать вот это вот домашний уют. Нуждаются они больше всего, наверное, в понимании и в милосердии. Потому что всю остальную помощь вот у нас они получают. И гуманитарную, и психологическую, и юридическую. То есть у нас нет никакого вопроса, который мы не могли бы закрыть. Благодаря поддержке колоссальной в Воронежской области для беженцев, я думаю, что все, кто хочет и кто может здесь оставаться, и что они получат поддержку. Спасибо большое, Наталья Юрьевна, за ваши труды. Помоги вам Бог. Всего доброго. Спасибо, Господи. Украинские епархии продолжают привозить Святогорскую лавру из Кит-Вадамовки на Донбассе продукты, одежду, уголь, стройматериалы. Продуктовые наборы передали в Запорожскую епархию от Киевского православного фонда. В Ростовской и Жанкойской епархиях направляют помощь беженцам в пункты временного размещения. Это продукты, лекарства, средства гигиены. Особенно нужна поддержка в Джанкое. Там находится много людей, которые экстренно уехали из Херсонской области. Синодальный отдел по благотворительности отправил в Воронежскую епархию новые 20 тонн гуманитарной помощи. Все это собирали в храмах Москвы и Московской области. Духовную литературу, книги для детей – передали Петербургские Александро-Невская лавра и Екатеринбургская епархия. Основные цифры на сегодня. Церковь собрала, закупила и передала из России более 2500 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Из них 1500 тонн, чуть даже больше, мы направили в епархии в зоне конфликта. 770 тонн – это общее количество тонн, которые мы собрали и передали из Московского церковного центра распределения помощи. 229 миллионов рублей – мы направили на помощь от Синодального отдела по благотворительности. 26 тысяч беженцев, такое число людей принял наш московский церковный штаб помощи беженцам с марта, с конца марта, когда он начал работать. 25 тысяч – это число обращений за все время в Белгородский штаб. 13 тысяч – это
число обращений в церковный гуманитарный центр Ростова-на-Дону и 1112 звонков за 30 последних дней поступило на нашу федеральную церковную горячую линию милосердия по вопросам помощи беженцам. Как помочь? В Москве открыт единый центр сбора гуманитарной помощи. Он открыт ежедневно с 10 до 19 по адресу Москва, 2 Кадашевский переулок, дом 7. В Ростове-на-Дону просят приносить детские смеси и жидкое мыло, в Воронеже – подгузники, в Белгороде – постельное белье и матрасы. Контакты церковных социальных центров можно найти на сайте помочьвбеде.рф. Очень нужна ваша финансовая помощь. Просим отправить смс на номер 3443, ввести короткое слово «беженцы», поставить пробел и написать сумму. Например, «беженцы пробел 300». Свои просьбы и предложения о помощи оставляйте по единому номеру церковной горячей линии милосердия 8 800 70 70 222. Ежедневно мы сообщаем о нуждах людей, о том, как присоединиться к помощи в наших телеграм-каналах «Дела церкви», «Помощь беженцам» на сайте помочьвбеде.рф и на сайте Синодального отдела по благотворительности. Будем продолжать наши молитвы о мире и помогать тем, кому тяжело. Вместе с актером театра и кино Юрием Батуриным мы продолжаем рассказывать о новомучениках и исповедниках Русской Церкви. Сегодня мы вспоминаем Серафима Самойловича, архиепископа Угличского. Во время заключения на Соловках владыка был на общих работах. Таская кирпичи для постройки здания, он упал с лесов и стал инвалидом. Позже, когда его сослали на Северный край, он возглавил Тайную Церковь. По воспоминаниям духовных чад, он слабел телесно, но духом был тверд. О жизни и борьбе владыки. Новая серия документального проекта «Новомученик дня». Он слабел телесно, но духом был тверд. Больной владыка Серафим часто вспоминался мне в скитаниях по тюрьмам и ссылкам. Я мысленно в молитве поминал его. Мне представлялось его кроткое, улыбающееся, изможденное лицо, и, склонив в молитве голову, я словно чувствовал на ней исхудалую, огрубевшую, покрытую ссадинами архипастырскую руку. Вспоминал протопресвитер Михаил Польский. На строительстве Беломорканала ссыльный священник встретил бывшего предстоятеля Русской Православной Церкви. Здесь архиепископ Угличский Серафим Самойлович отбывал очередной срок. Имя – Симеон Николаевич Самойлович. Год рождения – 1881. Место рождения – город Миргород Полтавской губернии. Образование – Лубенское духовное училище, Полтавская духовная семинария. Имя при монашеском постриге – Серафим. Звание – архиепископ Угличский. Арестован за то, что организовывал и возглавил контрреволюционную группу в лагере, проводя систематически контрреволюционную агитацию. Приговорен к расстрелу. Впервые владыку арестовали за распространение послания патриарха Тихона и за сопротивление изъятию церковных ценностей. В июле 1922 года Рыбинский губернский революционный трибунал приговорил епископа Серафима Самойловича к 3 годам лишения свободы. Владыка Серафим принципиально настаивал на собственной правоте. Он был абсолютно уверен в том, что только системное сохранение церковного единства в том виде и в том изводе, как его предлагал святейший патриарх Тихон, единственный сценарий для жизни церкви. Ввиду этого он систематически критикует митрополита Сергия, проводимую им политику, соответственно, оказывается, можно сказать, в опале. Разумеется, власти подобных действий и образа мыслей строптивому иерарху простить не смогли. Последовал очередной арест. По обвинению в распространении антисоветских документов владыку отправили в Соловецкий концлагерь. Здесь, на каторжных работах, великий пастырь стал инвалидом. Он упал со строительных лесов и сломал ребра. Власти откровенно опасались настолько жесткого, несгибаемого, последовательного архипастыря. Поэтому ссылки следовали одна за другой. Лагеря Мариэл, Архангельска, Новосибирска. Достаточно мрачная география. При этом в Сиплаге на владыку заводится новое дело.
Здесь ему инкриминируется не что иное, как создание контрреволюционной группы прямо в лагере. Понятно, это 1937 год, вся ситуация, конечно, мягко сказать, такому прочтению событий способствует. Это 58-я статья, ее 10 и 11 пункты, которые, собственно, заканчиваются только расстрелом. Виновным владыка себя ни в чем не признает. Потомок знаменитого малороссийского гетмана Ивана Самойловича, который пострадал от интриг предателя Мазепы, будущий священномученик Серафим не впервые отстаивал свою твердую позицию, касающуюся дел церкви. И во время духовной миссии на Аляске, и будучи наместником Угличского Покровского монастыря, и во время предстоятельства Русской Православной Церковью. Сотрудники УГПУ вызвали владыку на допрос, спрашивая, кроме прочего, о том, а на кого бы он оставил церковное управление. Сам владыка, будучи одним из заместителей патриаршего местоблюстителя, прекрасно понимал, ввиду чего ему задается такой вопрос. И он ответил, что, конечно же, на Господа Иисуса Христа. Чем привел спрашивающих в откровенное замешательство. Он прекрасно понимал, что как только он назовет любое одно конкретное имя, это имя сразу возглавит расстрельный список. Архиепископ Серафим проявил себя стойким исповедником и мужественным хранителем интересов Святой Церкви от посягательств, гнавшей ее власти. Из воспоминаний бывшего подьякона владыки Серафима Михаила Ярославского известно, что архиепископ Серафим отверг попытки вмешательства властей в церковные дела и отклонил предложенный ими состав синода. Собственно, на предложение сотрудников ГПУ владыка предложил ряд своих членов синода, тех, кого бы он видел вот в этом составе церковного управления. Среди них он назвал, например, митрополита Кирилла Казанского, на что им было замечено, что вообще-то он сидит. «Так он же у вас и сидит, освободите его», — предложил им владыка Серафим. Собственно, ввиду этого предложения в скорости сел и он. Издание декларации митрополита Сергия, призывавшего к сотрудничеству с безбожной властью, в июле 1927 года внесло в церковную жизнь разделение. Крайне сложные отношения между митрополитом Сергием и архиепископом Серафимом продолжали развиваться и развиваться в негативном ключе. Владыка Серафим пишет патриаршему местоблюстителю обличительное письмо, в котором критикует его позицию взаимодействия с властями. Глубоко церковный по духу человек, архиепископ Серафим, по-видимому, болезненно тяготился возникшим разделением с заместителем патриаршего местоблюстителя. И есть сведения, что в мае 1928 года им удалось примириться. Тяжкий первосвятительский крест в богоборческие времена лег на плечи мужественного человека. Он не сломался. Он свято верил в Господа и в единую святую апостольскую церковь. Архиепископ Угличский Серафим Самойлович был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Оставайтесь с нами, мы вернемся после небольшой паузы, чтобы прочесть Евангелие этого дня. Когда надо крестить ребенка? Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40-го дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими.
Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела, возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Любимая программа теперь и на страницах книги. «Ответ священника. Просто о главном». Протоиерей Артемий Владимиров, иерей Павел Островский, протоиерей Игорь Фомин и другие. Мы собрали ответы на самые важные вопросы, которые ежедневно вы задаете в одноименной программе на телеканале «Спас». Книга станет незаменимым помощником в решении духовных и житейских вопросов, а также отличным подарком для близких людей. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте spastv.ru. Не плачь. Вот лев от колена Иудина победил. У Бога не останется бессильным никакое слово. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Вечер на Спасе. Провожаем уходящий день вместе с вами. Только у евангелиста Луки мы встречаем рассказ о Марфе и Марии. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». В чем именно Спаситель упрекнул старшую сестру? Чему нас учит этот эпизод? Пришло время прочесть Евангелие дня. Кецель, здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашем эфире. Рад вас видеть. Здравствуйте. Спасибо, Господи. Здравствуйте. Проходите, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы открываем Евангелие от Луки. Давайте прочтем отрывок. Это глава 10 и кусочек из главы 11. В продолжение пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отымется от нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Чему нас учит отрывок, мы разберем после небольшого сюжета. В каждый богородичный праздник после литургии богослужебный устав предлагает читать один и тот же евангельский фрагмент – 54-е зачало Евангелия от Луки. Оно рассказывает о беседе Христа с Марфой и Марией. Этот короткий евангельский сюжет соединяется с другим фрагментом – репликой женщины из народа, которая прославляет Христа и его Матерь. Заключенный в этих отрывках богословский смысл помогает понять, почему именно эти тексты стали читаться на богородичные праздники.
В первом отрывке Христос посещает дом сестер Марфы и Марии в Виане, недалеко от Иерусалима. Марфа, Мария и их брат Лазарь были близкими знакомыми Спасителя. Он дорожил их теплым отношением и добротой. Когда Лазарь умрет, Спаситель отправится в Вифанию, чтобы воскресить его из мертвых. При этом, обращаясь к апостолам, он скажет: «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». Эта дружба со Христом будет иметь для самого Лазаря и его семьи судьбоносное значение. Воскрешенный из мертвых Лазарь Четверодневный станет епископом города Китиона на Кипре, а его праведные сестры Марфа и Мария будут помогать ему проповедовать Евангелие язычникам Римской империи. Именно в честь святых сестер великая княгиня Елизавета Федоровна назовет свой монастырь. Так, в начале 20 века на карте Москвы возникла Марфо-Мариинская обитель милосердия. Сюжет беседы Христа с сестрами широко известен. Марфа принимает Спасителя в свой дом и хлопочет о приготовлении трапезы. В это самое время Мария садится у ног Иисуса и внимательно его слушает. Она внимает словам Спасителя именно как ученица, вдумчиво и с трепетом. Выражение «сидеть у ног» в еврейской культуре означало «быть учеником». Марфа упрекает Марию в бездеятельности. Однако Христос говорит, что Мария, наоборот, приняла самое верное решение – оставить суету и слушать Его. Так Спаситель указал, что духовный интерес всегда важнее забот земных и мирских. Второй фрагмент передает реплику некой женщины из толпы народа, слушающей Христа. Она буквально прокричала Спасителю: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Этими словами женщина прославила Христа и его пречистую Матерь, которая всю свою жизнь посвятила служению Богу. Таким образом, соединенные вместе, оба евангельских фрагмента раскрывают два мотива – жизнь в Духе Святом и похвала святости, которые соединились в жизни Пресвятой Богородицы, той, которую Церковь именует честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Отец Илья, если мы вернемся к первому из двух сегодняшних эпизодов и вспомним разговор Христа с сестрами Лазаря, можно ли говорить о том, что Господь полностью отметает деятельный путь для женщины, говоря, что одно только нужно – слушать и молиться? Я думаю, что нет. Это вообще, в принципе, наверное, невозможно. Просто вот… слушать и молиться. Нет. Просто он, может быть, Господь называет это приоритетным, потому что это труднее. Потому что мы чаще всего переключаемся вот именно на второе. Знаете, Господь нас призывает в храм Божий, и мы слышим, слыша призыв Божий, приходим, вроде бы начинаем вставать на путь духовный, начинаем молиться, а потом нам это кажется уже не таким интересным, может быть, не таким важным, и мы переключаемся на внешнее делание. И в конце концов, из внешнего делания мы все больше и больше уходим на периферию, и иногда бывает так, что люди вообще перестают ходить в храм Божий. Вот так случается. Поэтому мы должны концентрироваться, в конце говорится, блаженны слышащие Слово Божие и хранящие. Именно вот этот призыв Божий, который нас и привел в храм, это благодать Божия, которую мы почувствовали, мы должны попытаться ее сохранить и приумножить. Отче, но все-таки не так ли нам категорично все воспринимать? Ведь Марфа приняла по доброте и простоте душевной Спасителя в доме и занималась тем, как бы, что нужно было делать для встречи гостей. Тем временем мы видим такую категоричность в высказывании. Где-то золотая середина для простого человека, если объяснить. Я думаю, что в каждом из нас в какой-то определенный момент проявляется Марфа, в какой-то определенный момент Мария. Мы каждый, я еще раз говорю о том, что каждый из нас чувствует то одно, то другое. Но Господь делает все-таки акцент на том, что блаженны слышащие Слово Божие. Мы себя должны понуждать к тому, чтобы слышать Слово Божие, стремиться к этому, а это-то оно приложится, это-то оно все равно будет. Мы все равно люди, как бы, ну, стремимся к тому, чтобы жилище у нас было украшено, еда в холодильнике была так или иначе. Ну, мы так как бы... Устроены. Да, устроены так. Отец Илья, большое спасибо за объяснение. Каждый наш эфир мы заканчиваем молитвой. И сегодня, конечно же, мы помолимся перед Казанским образом Божией Матери. Простите для нас, пожалуйста.
Ко Пресвятей Богородице помолимся. О Пресвятая Владычице Богородице, Царица Небеси и Земли, Высший Ангел и Архангел и Всея Твари Честнейшая, Чистая Дева Мария, Миру Благая Помощница и всем людям утверждение и во всяких нуждах избавление, призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе, умиленной душой и сокрушенным сердцем молящаяся, со слезами к Тебе припадающая и поклоняющаяся, пречистому и цельбоносному образу Твоему и помощи и заступления Твоего просящая, о Всемилостивая и Премилосердная Дева Богородица Чистая, воззри, Госпоже, на люди Твоя, мы, бабы грешние, не има мы иная помощи разве Тебе, и от Тебе, росшегося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша, Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселье, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богоматерь, к Тебе прибегаем, и на Твой пречистый образ с привечным, на руку Твоей держимым младенцем Господом нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни. Вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Большое спасибо, отец Илья. Друзья, мы еще раз вас всех поздравляем с праздником Казанской иконы Божьей Матери и прощаемся до следующей недели. На спасе. Мира всем нам, братья и сестры.